Белгородские озеленители готовят рассаду для украшения города. В областном центре высадят более 3 миллионов цветов. Начнутся работы 24 апреля. Центральные улицы, памятные места и мемориальные комплексы украсят к 9 мая. Особые клумбы будут созданы к 70-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Чем еще планируют удивить озеленители горожан в этом сезоне, узнала Маргарита Платонова. Здесь у нас вот посевное отделение. Вот здесь вот мы сеем сначала семена. Вот здесь вот потом пикируем их. Эту теплицу специалисты в шутку называют родовым отделением. Здесь прорастают семена. Первый посев прошел еще в конце декабря. Чтобы растения не болели, в помещении поддерживается оптимальная температура не ниже 25 градусов тепла. А также с помощью специальных ламп производится досвет. Солнечного света рассаде не хватает. Первые ростки, которые трудно разглядеть в ящике, поливают по 3-4 раза в день. Затем рассаду пикируют. Это очень кропотливый процесс и ювелирная работа. Я занимаюсь пикировкой бегонии, доращиваем ее, высаживаем в ящички, чтобы она немножко разрослась, и потом уже мы высаживали в грунт, уже в достойном виде, чтобы она выросла большая и красивая. Пикировать растения будут еще раз. А вот так выглядит рассада, прошедшая все этапы. За ней продолжают ухаживать, ежедневно поливают и рыхлят почву. А потом только они уже идут в горшки, в большие, ну а потом на город, соответственно. Что у нас здесь за растения? Это бегония, вот это все бегония. Туда дальше уже петуния, тагетис, сальвия, цинерария, ну все остальное. Всего в областном центре высадят более 3 миллионов цветов. Первыми белгородцев порадуют клумбы с 1 миллионом разноцветных тюльпанов. Голландские луковицы 48 сортов высадили еще осенью. В теплице они уже распустились, на радость всего коллектива. Также упор в этом году сделают на вертикальное озеленение. Приобретены семена однолетних лиан цветущих, для которых будут сделаны опоры, и я думаю, жители нашего города оценят наш творческий порыв. Особые цветники будут разбиты к 5 августа на 70-летие освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Озеленители решили сделать горожанам подарок – именные клумбы с символами победы. В этом году мы готовим специальные цветочные композиции, посвященные 70-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, в которых будут использоваться в основном лиственно-декоративные яркие цветы и петуния. Будет символика, это будут звезды, будут гвардейские ленты, даты, символизирующие, и флаги. Первая высадка рассады в грунт запланирована на 24 апреля. Если погодные условия не улучшатся, сроки могут немного сдвинуть. Однако озеленители гарантируют, майские праздники город встретит во всей красе, утопая в цветах и зелени. Маргарита Платонова, Данил Андреев, к этому часу Белгород.